Время стремительно мчится вперед. Мы тоже спешим, мы едва поспеваем. Среди суеты, бесконечных забот, мы часто о близких своих забываем. Порой забываем о самых родных, о тех, кто нам жизнь и свет подарил. А нежные чувства мы дарим другим, бывает и тем, кто не заслужил. Вчера старикам позвонить не сумели, в сегодняшнем темпе забыли совсем. Да ладно, созвонимся завтра, успеем. А завтра опять куча новых проблем. Да ладно, созвонимся завтра, успеем. А завтра опять куча новых проблем. Дела и заботы, они бесконечны. Мы многое в жизни хотим наверстать. Вот только родители наши не вечны. Не поздно пока еще это понять. Вот только родители наши не вечны. Не поздно пока еще это понять.